Ух ты, большой парк, однако. А вон памятник ему стоит подобному. Захар, иди с папой, встань, я вас сфотографирую. Захар, вернись. Мыло. Есть. Такое есть, да. Бутылка на магните. Это вот как вот этот материал забыла. Может, такой что-то? Положи, у тебя есть в рюкзаке. Пойдемте дальше. Резинки. А, вот магнитики. Привет с моря. Вот именные. Травы для зрения. Не надо ручками трогать. Там написано вверху еще. Рюмки. А рюмки в какую цену набор? Есть две рюмочки. Это 250 рублей. Он на воде. На батут просился. Батут из Ставрополя есть. Это его потом полдня с ним сидеть надо. Я сказала нет. Он не работает. Там он плавает, видишь, на воде где-то что-то там вот. За этим зданием, вон там. Ну, портрет, наверное, рисуют. Так и знала, что так будут. Напряжение буду идти. О, автодром. А я не хочу, все. Работаю. Thank you.
Пойдешь на 9D? Понятно. В общем, в этом парке. Мы просто решили посмотреть, что за парк. А тут это. Качели также, он на все просится. Даже не знаю, куда идти. У них парк помощнее. И туда, и сюда, и туда. Я не знаю, куда идти-то. Ой, сейчас задавит паровоз. Стой! И не знаю, куда тебя еще посадить, Захар. Пойдем сюда, сына. У нас прямой, да, парк, а здесь слишком лево-вправо и как-то путаешься. Ага. Куда идти? Вон, можешь его в эту посадить, но это для маленьких. А цепей нету, он тогда на цепях хорошо. На лебедях? Да там было для малышей, а это, походу, сильно будет, не сверх. Ты что, мама, обосыться? Это большой... Ну, это кафе. Прикольно. Это, наверное, кафе. А комната страха. Комната страха. Сильная скорость, да, большая? Я в курсе, я правила его почитать. Вот лодочки. Вот лодочки. Ну, такая карусель, мне не знаю как-то. Все, 100 рублей почти. Вон автодром еще. На улице. Вон сюрприз. Сюрприз – это вообще ужас. Да? Ну иди сядь с Захаром покатайся, я не хочу. Пойдешь на автодром? Пойдете? Это, наверное, как ты ходил в футбол играть. Тоже. Наверное. Спортивный, да? Девочки. Ну, это мусор конфетки есть. О, приехали. Там вот. Где-то поставить. Ну, тут, видишь, бутылки ставят. Конечно. Ого. Смотрите, здесь тоже чертово колесо есть. Офигеть. У всех рядом с домом какие-нибудь допалисаднички. Цветы, в основном розы. У нас вот под, на первом этаже под квартирой розы. Розы, розы, розы. Да, и везде рельсы. Как не подойдешь к пляжу, везде будут рельсы. Вон футболки не работают, закрылись, никто не брал. Чертово колесо, мне кажется, на море смотреть прикольно, да? Тоже открытые, да? Открытые? Не надо, открытые. Круг, круг. Ночью здесь красиво горит. О, смотри, собачка. Опять. Сувениры. И опять. Как же каменка? Может быть, они у них разделены, эта каменка, следующая. Что с тобой, зайчик?
туда не творим. Ну, посмотри, там вон